Всем привет! С вами Галина. Сегодня черенкую лантану. Лантана – это комнатное растение. Красивые цветочки. Похожи чем-то на гортензию. Разноцветные. У меня 4 вида. Белая, желтая, желто-розовая и оранжево-розовая. Летом можно ее выносить на улицу, даже желательно. И она будет украшать вам двор, сад, клумбы, как где вам ее захочется, там вы ее можете и расположить. Любит солнышко, 6-8 часов в день должна она быть на солнечном свете. Полуденное солнце молодым растениям желательно, чтобы его не было, а когда уже они взрослые, то они и на полном солнце могут целый день находиться. Очень красивое растение, высоту до 1,5 метра. Некоторые сорта могут вырастать, но у меня поменьше сорт. Мой где-то 60 сантиметров в высоту. Это вегетативная лантана, размножается черенкованием. Выписывали из Нидерландов мы эти сорта. Уже 3 года у меня эти растения радуют меня и моих заказчиков тоже радуют. Есть заказы на нее, поэтому надо черенковать. Вот нарезала немножко черенков. Это я беленькую обрезала. Такие череночки. Наготовила стаканчики, набила торфяной смесью. Торф, вермикулит, перлит. Немножко кислого торфа добавила. Она немножко кислую реакцию любит почвы. Корневинчик наготовила. Такие вот череночки не очень большие. Получились вот такие, ну такие, такими я и черенкую ее. Вот он череночек, 2 пары листочков, макушечка. Также вот обмакиваем корневин, как и обычно, все череночки. Вставляем в стаканчик, уплотняем. Вот он готов, посажен череночек. Берем следующий такой вот череночек. И продолжаем также в корневинчик. В стаканчик уплотнили. Готово. Немножко поправим, чтобы листочки не были в земле полностью. Следующий череночек также. Когда все растения будут посажены, укрыть крышечкой под лампы на температуру 20-22 градуса и ждать укоренения. Укоренение будет где-то 3-4 недели идти. Затем постепенно приучать к воздуху. Не сразу открывать, а постепенно. Температура для нее комфортная 18-25 градусов. Зимой, если есть возможность 10-15 градусов ей поддержать, тогда цветение будет более обильным. Любит влажный воздух, обрызгивать воздух вокруг нее. Желательно из пульверизатора, ну, ежедневно, если есть возможность. Ну, пока нет цветочков, можно и по листочкам брызгать. Во время цветения уже не надо по цветочкам. Также любят ее, конечно, вредители, потому что у нее ароматные очень листья. Если потрогать, это очень приятный запах у нее. Похож чем-то на мелиссу, что-то вот лимонное. Поэтому от вредителей периодически обрабатываем в течение лета. Фитоверм, Актара, Биотлин. Такие препараты, чередуем их. И это растение будет радовать вас все лето. А на зиму забрать его можно в дом. Легко размножается, неприхотливое, очень красивое растение. Всем советую приобретать, заводить, никогда не пожалеете об этом. Обилие сортов, расцветок радует. И если нет возможности гортензию завести, то это прекрасная замена. Очень красивые шапочки, яркие, разноцветные. У этого цветочка поставлю на заставку фотографию, чтобы всем было видно. Такая вот работа сегодня идет. Всем спасибо за внимание. Всем красивых цветов. Всего доброго. Мира, добра в дома, в семьи. И пока-пока.